гранит. Монтана с эффектом гранит. Брал лоби. Одна банка стоит 850 рублей. Что, конечно, очень дохуя. Но было интересно, что получится, если сделать, попробовать обычный кусок граффити. Взял два черных, два коричневых и серый. На них такие необычные кэпы. Интересно, как они пишут. В общем, попробуем нарисовать. Посмотрим, что из этого получится. Так, ну что, посмотрим, как пишет Монтана Гранит. У меня есть 5 банок, но, к сожалению, по-моему, только один кэп. Поэтому, если он засрется, будет проблема. Я не знаю, насколько их хватает, поэтому я думаю, кусок небольшой намечу, чтобы точно хватило. Не ходи на себя. Он реально с эффектом гранита, с мелкой крошкой такой. Попробуем накинуть даже 4 буквы. Да, с такой, конечно, линией, блядь, заливать придется, блядь, до вечера. Не знаю, видно, нет. GoPro может плохо фокусировать. Но реально таким заливает. Мелкой крошкой. Как будто гранитное напыление какое-то на стенке. Прикольный эффект. Холсты или что-нибудь еще, если делать, будет нормально смотреться. Интересно. Но на стенке, конечно, с таким кэпом долговато. Попробуем коричневый. То же самое, коричневый цвет с белыми камушками. Одной банки мне хватило на одну букву небольшого размера с парашной заливкой.
коричневый так себе, эффект особо не виден. Если близко-близко подойти, то видно, конечно, какие-то малые, маленькие такие белые точечки, как камушки, как будто внутри. Но издалека этого точно не видно. На камере тоже вряд ли будет видно. Наверное, если по какой-то черной поверхности наносить, то вполне возможно, эффект будет лучше. Когда банка целая, она, конечно, поинтереснее пишет. В общем, заливал, а потом нашел гвоздь. Попробуем. Надеюсь, блядь, руку не оторвет. Одел на гранит острафет. Да, хватает их немного. Краска подпиталась еще в стенку, вообще похоже теперь на дерьмо, как будто я и не заливал ничего. Тут у серого прям эффект гранита прикольный. Лучше, наверное, в респираторе, потому что эти камни, наверное, и в легкие тоже летят. Ну что, попробуем черный. Ну, черный оказался каким-то не особо черным. Ну, кусок я, конечно, доделаю, но выходит полное дерьмо. Поэтому, если брать, то только для каких-нибудь холстов, чего-нибудь еще такого эффектов. И, ну, серый цвет показал себя пока лучше всех. В черном, конечно, тоже очень много камней. Если так сбоку смотришь, то прям переливаются, блестят, как настоящий гранит. Это, конечно, круто, что придумали такой эффект. Но в граффити этого особо никак не применить. Поэтому не запаривайтесь. И лучше возьмите что-нибудь другое. Что получится в конце, покажу.
Вот такой вот странный кусок получился. У меня аж рука устала на кэп нажимать. Такое ощущение, как будто кусок здесь 10 лет провисел, на солнце выгорел уже. Такой, либо углем нарисованный. Все равно интересно было попробовать. Всегда проходил, когда в магазине, какие-нибудь Айбиты, в Максидомах. Видел эти банки по 850 рублей. Всегда было интересно, нормально это краска или нет. Но рисковать просто так не хотелось. Из-за такой цены, ну как-то вот взял. Ну вот попробовал хоть. Ну, со спайдеров кусок делал, с мрамора делал, теперь с гранита делал. С чего бы еще это сделать? Пишите, что попробовать можно. Я всегда за. Ну, потегать можно, да, с него? Ну да, вообще. По-моему, ну, охуенно. Может, там стенка была охуевая, но кусок, ну, вообще... Вот на такой, да. На светлом, на темном, мне кажется, его будет не видно. Круто. Круто, не круто, но ему пиздец. Не уходим, а убегаем! Что за хуйня? Она шипит! Только и все.
качество железа тоже играет роль. Столь мощный, что толстый. Да? Банки сегодня. Что за пиздец? А так если пожечь, она въебет? Ну нет, наверное. Она просто загорится. Она может даже не загориться, потому что там, блядь, походит. Она не въебет. Наверное, не просто, наверное, ацетон, а то знаешь, такового нет. Это, блядь, какая-то... А, ну да, что-то нагореть не хочет. Ну, в общем, наказание пережито. Не захотел взрываться. Иди нахуй. Пугался, блядь. Пиротехник испугался. Пиротехник испугался.